византийская крепость, в прошлом крепость Пиллау. Именно сюда приезжал Петр I поучиться военному искусству, когда она еще не была нашей. После Петра I ее завоевали русские, она достаточно длительное время принадлежала нам, ну а потом снова отошла Германии. И только в 1945 году она вновь стала нашей. Такая странная форма дула, потому что эту пушку делали для того, чтобы она стреляла картечью. Считалось, что такая форма позволяет картечи разлетаться в разные стороны. Но вот это первая линия обороны. То есть она, конечно, помощнее раньше была. То есть выступы, которые были также окружены водой, рвом с водой, вот остатки их остались, и служили как бы первой линией обороны. Их затопили еще немцы. Ну, то есть убрали. А это, наверное, самая западная гавань наших военных кораблей. А вернее сказать, судоремонтный завод. Ну, а это 3-тонная пушка. Вот так ее и таскали. Один из сохранившихся казематов, ну, практически он не восстановлен, с белилами еще позапрошлого века. Ну, вот видите, печать даже есть, когда он был сделан в 1868 году. Бетонировать казематы начали с конца 18 века. И бетонировали только те, в которых хранился порох, так как бетон был дорогой. В дальнейшем все эти воздушные прослойки засыпали песком, потому что появились снаряды вместо ядер. Вот пороховой кубрик. Раньше тут были постройки, кирха, дома и другие вещи. После войны 45-го все разбомбили здесь, естественно, восстанавливать не стали, потому что нужен был кирпич. После начала спецоперации часть крепости закрыли для осмотра, так как здесь находится действующая воинская часть. Но сейчас нас повели в секретную дверь, чтобы как-то заценить. Ну, найдем, спали там, да? Заценить толщину стен, которые делали 300 лет назад. Причем кирпич сохранился еще того времени. Да, вот это все стенка. Это один из равелинов, то есть как бы перед крепостью делали небольшие острова, которые принимали на себя первый удар противника. В 90-х сдали в аренду, сейчас там небольшие дачки. Главный колодец крепости восстановили недавно. Брусчатка вот еще довольно одновека, красный кирпич, тоже оригинальный.